Пока заблюрено, надо дрочить. А я люблю эту блячку! Ну... А вы дрочеры, что ли? Ну что ж вы, дрочеры мои. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Если я громко перну. Ребята, салют, добро пожаловать на самый музыкальный канал на ютубе Хижина Музыкант. Меня зовут Раиль. Совсем недавно у нас был совместный стрим с Аней Леди Лео, но до стрима мы попробовали поснимать совместно чат-рулетку. И те реакции, которые у нас получились, вы сейчас можете увидеть, поэтому... Поддержите нас лайками, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал. Привет! Привет. Мы не стримеры, мы просто студию свою имеем. Любим да. Попеть песни. Да, нам без разницы. Чё, поем? Есть любимый исполнитель? Давайте юность. Вы забрались кому-то. Какую юность? Добро, что ли, который? Давай, я сыграю. Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Меня греют твои руки и костер. Так красиво поднимает искры воздух. Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильны, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю. И соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорим до утра. Очень прикольно. А, я думал, вы догадались, что я автор песни «Юность моя». Ты автор? В общем, да. Моя подруга, она у тебя играла, учится на гитаре. Да я вижу уже, что-то не то происходит, как в куплете все поменяли. Да, я прямо... Ты увидела футболку, что ли? Нет, я по лицу понимаю. Она не сразу... Ну ты долго въезжаешь, конечно, но приятно, приятно. Вы откуда? С Кемерово. Там все еще юность слушает? Да. Моя любимая песня. Я потерялась во времени. Ну, мы вас ставим ролик, если вы не против. Не против. Не против. Стойте, подождите, подождите. Но... Ставьте ролик, подождите. Я ролик-то... О, привет. Передавай привет. Столько классных песен можно научиться играть на гитаре абсолютно на любой вкус. Было бы только желание. А если есть желание, вы спросите... С чего начать? Смотрите, самое простое, скачайте приложение Тимбро на ваш телефон, и сейчас я расскажу, как заниматься. Если вы новичок, открываете раздел уроки и в плане прогрессии проходите от первого урока до самого последнего по порядочку. Если у вас нет настоящей гитары, переключайтесь на виртуальную и спокойненько занимайтесь прямо на телефоне, как будто бы держите гитару, гриф гитары. Погнали! За прохождение разных этапов обучения вы получаете ачивки, достижения. Просто попробуйте скачать по ссылке в описании, именно по моей ссылке. Этим вы очень сильно мне поможете. Приложуха работает как на iOS, так и на Android, поэтому занимайтесь. Погнали дальше. Здорово. Привет. Мы вам споем жизненную песню. Давай. Попу мыть, нужно каждый день. Каждый день. Попу мыть, даже если лень. Чистая она теперь, но полотенца нет нигде. Трусим, 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 высохнет и так. Молодцы. У тебя красивый голос. Дай послушать. Не дай бог. Я не поверю в это. Давай, играй. Пукнуть, что ли, хочешь? Я думал, ты битбоксить начал, а ты кашлянул. Давай, я вам тоже спою сейчас. Давай, ты первый. А что спеть-то? Что-нибудь на свое усмотрение. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай под пени дождя.
Если это не видос, пожалуйста, скажите мне, что это не видос. Я все его выпуски по три раза пересмотрел, клянусь. Все абсолютно. Говорю же, Андрей Балконский, это, ну, это, да, стрим, ну, стрим, все дела. Да, это запись, мужик, будь. Дай спою, друг, пожалуйста. Давай, сыграй. Это расстроено. Да пофиг, что расстроено, давай так. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал нас зеленый листвой. Охуеть. Дружище, как мне скрин? Можно я скрин сделаю, пожалуйста? Давай, прям, давай. Я тебя пиздец. Я всем друзьям, вот этому придурку тоже тебя советую. Ты охуенный. Я думал, знаешь, когда тебя встречу, думаю, как я буду это вообще делать? Как я буду? Что я буду говорить? Да не буду я так удивляться, а я вообще охуел. Дружище, удачи тебе, снимай контент. Я очень расстроен, что гитара что-то мне это подвела. Не, ну голос у тебя есть, это самое главное, пофиг на гитару. Спасибо за эмоцию, ты поднял нам настроение. Ну, мне, по крайней мере. Все, спасибо. Хорошо. Охуеть. Охуеть, все, друг, давай, спасибо, давай, удачи. Давай, качай банки, я с тобой тоже на трючке хожу постоянно. Красава, вообще правильно делаешь. Привет. Привет. Мы не стримеры, кстати, просто песни поем. Бамбалейло, бамбалейло. Сигабиганди багуди багадуду. Бамбалейло, бамбалейло. А чика бада чупа чупа тибу папу да пупай. Пара па 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 па. Чё за клоуны, да? Чё за клоуны? У тебя градусник, что ли? Тебе плохо? Там в руке был. Да, я умираю. Омикрона, корона, да что ты будешь делать вообще? Девчонки, вы хотите что-нибудь любимую песню послушать, или мы и дальше пойдем? Да, хотим. Что именно? Диалоги тет-а-тет. Пожалуйста. Да. Диалоги тет-а-тет. Да, прям. Говорил когда-то дед. Это не то. Диалоги тет-а-тет. Давай попробуем, я никогда не пел эту песню. Диалоги тет-а-тет до утра зажили пыли. От нее секретов нет, избавляемся от пыли. Я душу ее душой, она дышит моим сердцем. Я снимаю капюшон, отворяю все дверцы. Секретов нет, избавляемся от пыли. Я душу ее душой, она дышит моим сердцем. Я снимаю капюшон, отворяю все дверцы. Диалоги тет-а-тет, говорил когда-то дед. Диалоги тет-а-тет, говорил когда-то дед. Давай запомним это лето, нам было хорошо. От заката до рассвета я в тебя влюблён. Да-да-да, никто не в курсе, что мы с ней только вдвоём. Шлюхи, блядь! Шлюхи, блядь! Была же, наверное? Есть, ну, можно было, было, да. И то. Я эту ни разу не пел, но я знаю о чем. Кончайте, девочки, сосать. Кончайте, девочки, сосать. Давай, поём. Что? Темно-оранжевый закат на фоне потресканных домов. Ты так хотела рассказать ему, насколько тяжело. Ты так хотела показать ему прокуренный балкон. У него слезы на глазах, у тебя целый горизонт. Не плачь, прошу, я тоже не вывожу. Держись, держусь. Блин, как же круто! Офигенно, серьезно. Спасибо. Оля. Оля. Давай, играй. Он не понимает, он не понимает. Чего ты хочешь, чтобы он сказал? Играй на гитаре, говорю, что умеешь, что ли? Play something in guitar.
ла-ла-лейт. Где вопрос, где ответ? Оп, эй, ла-ла-лейт. Ну что, напишите в комментариях, какая реакция вас удивила, какая песня понравилась больше всего. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Я буду безумно рад. Продолжение на канале Ани смотрите. Очень скоро увидимся. Всем пока.